Девочки, здравствуйте! Сегодня будет обзорчик вот такой хром пудры с сайта AliExpress. Написано на ней Монаси какая-то. Но это не важно. Посоветовала мне, кстати, подписчица. Так что будем с вами. Стелю сразу такую пленочку, чтобы поменьше нам испачкаться. Но сразу говорю, при открывание пудры, все потом в этой пудре. Я уже вскрыла, чтобы нам не тратить с вами время, вскрыла вот эту пленочку сверху защитную. О, рассыпала хрюшка. Вы знаете, наполняем здесь такая. Более-менее ничего. Много-много здесь насыпано. Сейчас будем с вами постепенно все пробовать. Достаточно большая баночка. Номера напишу в описании под видео. Самое красивое. Смотрите, достаточно много тут самой пудрочки. Много. Сейчас с вами приступим. Так, ну что, берем типсу. Возьму сразу черную, чтобы мне черный гель-лак не тратить. И мой любимый топ сапфир, который я всегда использую для втирок. Главное, помните, что не пересушивайте сильно. У меня лампа мощная, 48 ватт, сановая ван. И для втирок я сушу 10 секунд. Вот. Ну, что, смотрите, какая у вас лампа. В моей лампе нужно вот сапфир посушить 10 секунд. Уже я проверила опытным путем. Так, два раза. У меня здесь таймер только на 5 секунд. Я буду два раза нажимать пятерочку. И посмотрим, что получится. Там было еще больше, по-моему, если я не ошибаюсь, оттенков. Я взяла 4. Мне кажется, там было побольше. Сейчас уже и не помню. Так, ну давайте вот эту, например. Это номер 007. Такая синяя. Такая даже фиолетовая, может быть. Втираем, не ленимся. Обязательно потом берем, ну я беру всегда синтетическую такую щеточку, ой, не щеточку, кисточку, вот, и еще немножко полирую. Посмотрите, что получилось. Красиво. Давайте положим сюда номер 007. Наносим опять топ. То же самое повторяем. Не знаю, больше всего мне нравится топ сапфир. В плане хорошо работают на нем втирки. Так, смотрим дальше. Вот эту сейчас будем пробовать. И еще раз 5 секунд. Все. Идем дальше. Ну, очень много в баночке. Какой красивый цвет. Очень красивый. Да, вот этот более фиолетовый, этот как же по сравнению с ним кажется более синим. Все познается в сравнении.
Ну-ка. Да, видно, что этот более синий. Здесь сейчас лампу пониже сделаю. Вот так. Так, идем дальше. Этот у нас 007. Этот 003. А это у нас 002. Сейчас будет. Под конец золото ставим. Ну, какой-то такой золото. Бронзоватый какой-то. И не золото, и не бронза, что-то посередине. Вправляем в лампу на 10 секунд. Все, девчонки, берем 002. Зеленый. Так их сразу, когда они в баночке, все практически одинаковые, непонятно. Сейчас видно, что он зеленый. Топ-сапфир без липкого слоя. Закрепляйте обязательно двумя слоями топа. Все втирочки обязательно пилочкой. Да, вот так вот должны вы снять лишнее. И она будет лучше держаться. Так. Синий, более фиолетовый и более зеленый. Здесь видно что-нибудь. Ну, видно, что этот зелененький, конечно. Все видно. Вот так, вот так, вот так. Вот. Что получается. И под конец пробуем наше золото. Эту лампу. Все, берем золото, чистую сторону губочки. Вау. Это да, девчонки. Это золото. Всем золото. Золото. Обалдеть. Мне нравится, что баночки. Вот здесь вот золота очень много. Очень много. Да, шикарно, конечно. Шикарно. Вот такой щеточкой немножко зеркальность больше придается. Такой способ мне очень нравится. Смотрите. Вообще, да, девчонки? Класс. Просто класс. Это номер 011. 011. Вот такие 4 втирки. Больше всего мне, конечно, понравилось золото и зеленый, тоже ничего. Как вам, напишите. Мне кажется, золото супер, просто супер, девчонки.
Не знаю, мне кажется, золото супер. Лучше всех. Вот так вот, девчонки, пишите ваше мнение, как вам. Как вам эта втирочка? А, баночки большие. А, много здесь достаточно. Вот смотрите, номер 003. Ой, надеюсь, вам в камеру видно, что достаточно много. Вот Born Pretty, они мало кладут пудрочки. А здесь, смотрите, как много. Много. Как две банки от Born Pretty. Много положили. Все, девчонки, пишите ваше мнение, как вам втирка. Надеюсь, я была вам полезна. До новых встреч!